трубе живой. Сегодня не в телевизоре живым планом. Очень люблю я покой, тишину. Что тут за шум? Что-то я не пойму. Это тот тут без меня веселиться собрался, а? Дядюшка Бух, здравствуй. Мы вовсе не собирались веселиться без тебя. Мы очень рады тебя приветствовать на нашем празднике. Я вижу, у тебя и подмечик есть. Да. Он будет сегодня очень кстати. Потому что мы проводим чемпионат по метанию портфелей. Вот ты кидал портфель в первый день каникул на все лето подальше? Да я весь год тренировался, готовился. Сейчас покажу. Слабоватенько. Каши мало, наверное, дядюшка Бух, ты с утра ел. О, уже получше. Отлично. Посмотрим, какие броски получатся у наших участников. Но перед этим мы должны поприветствовать нашу судейскую коллегию. Любовь Евгеньевну Шимарину, заместителя министра информационной политики. Ирину Всеволодовну Клементьеву, председателя женсовета города Чебоксары и заместителя главы города Чебоксары. Александр Николаевич Магарин, директор МТР Качуваше. Людмила Геннадьевна Лекарева, учредитель негосударственного дошкольного образовательного учреждения ребенка, детский сад, дошкольная академия. Наталья Ивановна Позынкина, генеральный директор фирмы художественных промыслов «Богатери». Татьяна Александровна Волкова, руководитель отдела продаж фабрики спецодежды «Вилан». Владимир Александрович Тимофеев, директор канашской студии телевидения. И Александр Аркадьевич Яковлев, преподаватель детской студии «Кучмала, помашите ручкой тоже нам». Мы приглашаем ребят, которые в этом году закончили первый класс. А пока наши помощники студии «Кучмала» регистрируют участников-первоклассников, мы предоставляем слово для поздравления Ирине Всеволодовне Клементьевой и Любовь Евгеньевне Шимариной. Дорогие дети, уважаемые родители, от всей души поздравляем вас с первым днем летних каникул, с прекрасным солнечным летним первым днем, первым таким красивым, интересным и смешным соревнованием. Пусть ваше лето будет длинным, погода будет прекрасной. Все мы вас любим, любим, когда вы учитесь, любим, когда вы играете, любим, когда вы спите, любим, когда вы отдыхаете. Мы все хотим, чтобы вы были счастливы. Удачи вам и здоровья! Уважаемые ребята, уважаемые родители, разрешите также поздравить с Днем защиты детей. Наверное, вам за целый учебный год надоел ваш портфель. Но надо собирать будет новый, поэтому будем соревноваться. И хочу вам всем пожелать настроения, не расстраивайтесь. У всех будут призы и подарки, так что с соревнованиями. Спасибо большое, аплодисменты нашим почетным гостям. Ну а мы начинаем первый закид, скажу я так. Приготовились. Раз, два, три, бросай. Сейчас я прошу подойти владельца вот этого портфеля. Первое место. Кирилл Молотов, начальная школа номер один. Кирилл, рассказывай, зарядку делаешь? Да. Тренировался дома метать портфель? Да, тренировался. Отлично, молодчинка. Мы тебя поздравляем. Твой результат? 9 метров 90 сантиметров можно записать. И становись на первое место, мы тебе медаль будем вручать. Подарки первоклассникам вручает директор частного детского сада «Дошкольная академия». Пожалуйста. Уважаемые ребята, здравствуйте. Давайте крикнем «Ура, каникулы!» Ура, каникулы! Вот теперь праздник, наверное, состоится, да? Поздравляю вас с праздником, а сейчас к чемпионам. Молодцы, ребята, самые вроде как маленькие, а смотрите, как хорошо бросили. Костя, мы дарим скидку 50% в новый центр ГУ «Лего». Центр, где ты можешь прийти и поиграть в «Лего». У нас новый центр такой открылся. Ну и медаль, конечно. Класс. Прикольно, знаешь?
приходи к нам в центр. Как тебя зовут? Степа. 50% скидка. Новый игральный зал. Поздравляем тебя. Ну, раз так Лего, чемпиону. Как тебя зовут? Кирилл. Тебе тоже медаль. Высоко! Первое место, правда! Ну и Лего! Поздравляю! Спасибо большое, ребята, что вы сегодня пришли. Я очень за вас рада. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем песню, как все спортсмены. Техническая комиссия направляется ближе к жюри, явно. На этом фланге были самые сильные атлеты. На буквально 20 сантиметров вырывается вперед хозяин этого портфеля. Второе место, подходим сюда. И третье место. Тоже девочка у нас, молодцы девчонки, сразу видно спортивные. 640, фамилия Дима Васильев. Первое место среди второклассников. Дима, каши много ешь по утрам? Да. Да, какую кашу любишь? Рисовую, гречневую, манную? Гречневую. Мама разрешила тебе портфель кидать, или ты без спроса? Разрешила. Ладно, замечательно. Давай, бери его в руки. Вроде он не сильно пострадал. Так, Настя, давай рассказывай. Второе место у нас Багиева Настя, школа номер 40. И Настин бросок 620 сантиметров. Тренировалась каждый день.
Ну, кушала много каши, чтобы победить этот конкурс. Вот видишь, не зря. Ребята, тренируйтесь, кушайте кашу, и на следующий год вы тоже, как и Настя, встанете на пьедестал почета. И третье место у нас у Даши Гусевой. Чем любишь заниматься вообще? Я люблю заниматься фигурным катанием. Все ясно. Спортсменка, фигуристка, накачанные руки, ноги. Вот и результат. Внутри портфеля что у тебя? Проверим. Покажи в камеру. Внутри портфеля у нас только один единственный журнал. Егоза. Егоза. Это твой подарок, но не последний. Поднимайся на третье место. Дорогие ребята, надо всегда быть победителями. За что бы вы ни взялись, надо побеждать. Ну а для того, чтобы побеждать, надо стараться. Так ведь? Если кто постарался, потренировался, успех всегда будет. Я желаю вам, ребята, успехов. А мы к линии старта приглашаем, вы уже поняли, ребят, мальчиков и девочек, которые закончили третий класс. Регистрируйтесь, пожалуйста, ребят, шустрей. А мы пока развлекаемся. Я хочу позвать на сцену Александра Аркадьевича Яковлева, преподавателя детской студии «Кучмала». Он с вами немножко поиграет и проведет веселые конкурсы. Итак, Эвелина, Юрий Григорьевич, Андрей, Саша. Очень простой конкурс. Я вам сейчас цепочку звуков в микрофон покажу, как надо произносить. Вы это запоминаете, потом попытаетесь повторить. У кого получится точно повторить цепочку звуков, тот получает приз. Путевку на двоих бесплатно вокруг Чебоксар. Остальные получают более мелкие призы. Кс-кс-чики-чики. Вот эту цепочку звуков надо сейчас повторить, как запомнила. Давай, повторяй, только громко в микрофон, воздух набирай и... Ну, почти. А, вот это да, в конце сделали. Так, Андрей, давай с тобой. И тут память отказала Андрею. Напрочь. Саш, ну вот смотри, тут девочка, здесь дедушка, тут мальчик память потерял. У тебя все шансы сейчас. Поздравляем Александра с первым местом, ура! Ну а мы продолжаем чемпионат, и у нас на линии старта зарегистрированы все третьеклассники. Раз, два... Три! Ну, сразу видно, ребята повзрослее и дальше кидают. Что же будет, когда будут кидать взрослые? Итак, выходи вперед, победитель! Савелий. Фамилию сам скажи. Кошелев. Кошелев из 18-й школы 3-го А-класса. Ну, Савелий, рассказывай, как оказался в парке? Мы узнали про конкурс по интернету. Интернет-ролики, значит, работают, да? Портфель твой или у кого-то взял на прокат? Мой. Отлично. Ну что, давай вперед. И мы для награждения приглашаем Наталью Ивановну Посынкину. Всех поздравляю с праздником Днем защиты детей. Детям желаю хороших каникул. И я думаю, что в этот день... Каждый ребенок мечтал бросить подальше, но мы видим победителей, и я их награждаю. Савелий, первое место. Тебе чехольчик для мобильного, я думаю, что он у тебя есть. Здесь у нас обереги, они тебя будут оберегать и помогать все лето отдыхать. Валентин, ауэ, 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 ауэ
Дети, судьи, дети, судьи, как же я любила. По морозу высоко любила ходила. Спасибо большое. Девочки, пожалуйста, не убегайте за кулисы, не убегайте. Я хочу подарить вам сертификаты на пирожные в кондитерскую «Планета». Конечно, понимаю, что все танцоры заботятся о фигуре, но в день праздника можно себе позволить немного сладкого. В «Планете» думают прежде всего о здоровье своих клиентов, непревзойденный вкус и исполнение самых сложных заказов – вот в чем успех предприятия. А еще интересно будет узнать, что кондитерская «Планета» вырастила 7 кондитеров, имеющих звание мастер-кондитер Российской Федерации. А на линии старта уже стоят те, кто закончили 4 класс. Приготовились! Раз, два, три! Комиссия уже работает? Саша Скрипин из 4 класса школы номер 60. Случайно узнала о празднике, правильно? Да. Мама разрешила, значит, портфель все-таки дать. Да, разрешила. Все вынули оттуда? Ну, там 2 журнала ЕГЭ. Откуда у тебя 2 журнала? Я это взяла. Ох, какой пробивной мальчишка. Такие пробивные становятся победителями. Молодец, мы тебя поздравляем. Мы приглашаем Татьяну Александровну Волкову, руководителя отдела продаж фабрики спецодежды «Вилан». Набирайтесь сил, набирайтесь положительных эмоций, отдохнуть вам хорошо летом. А фабрика спецодежды «Вилан» приглашает в свою очередь в свои фирменные магазины, где вы найдете спецодежду по вашему вкусу. Я больше чем уверена, мы вам подберем все, что вам необходимо. Готовы у нас? У нас готово. Почти. Ну, теперь точно готов. Так, внимание. Раз, два, три. Ну, тут явные лидеры. 3 первых места. Сразу подбегайте, кто видит, чьи портфели. 1, 2 и 3. Ого! Молодцы! Рома Филиппов учится в лицее номер 44, и длина его броска ровно 10 метров, запомни! К этому состязанию я вообще не готовилась. И портфель мне тоже дали на прокат. Ага, портфель дали на прокат. Спасибо тому доброму человеку, который помог Тане. 11 метров 50 сантиметров ее результат. Таня, твое законное 2-е место. И... Миша Махнович из школы номер 60. Миша, рассказывай, как ты попал сюда, как узнал о чемпионате? Я просто... Мне посоветовали сюда прийти, и я взял портфель и выиграл. Просто взял портфель и выиграл. Коротко и ясно, так говорят чемпионы. Дарим подарки от салона мастерской «Народные промыслы». Его работники желают всем ребятам творческого развития на радость себе и окружающим. Порегистрируем 6-классников, 7-классников, 8-классников и так далее. В общем, все. А чего гулять? Выпускников да. Тоже зовем. Давай. На рубеж. Приготовились. 1, 2, 3. О, комиссия в шоке, я смотрю. Чуть не попали. Но тут тоже явно видно победителей. 2-е место, пожалуйста, сюда. Чей портфель? 1-е место. И 3-е место. Меня зовут Волков Саша, номер 19, город Новочебоксарск. У тебя номер 19? Да. Или у школы номер 19? Школы. Ладно, я уж так придираюсь, как журналист, ты не обижайся. Итак, Саша, как узнала о чемпионате? Мама сказала. Мама сказала. Ты маму послушал, и вот становишься на 1-е место. Молодец, Саша.
Я очень рад, что сегодняшнее наше соревнование, сегодняшний наш праздник, он получился таким многогранным, где участвуют не только город Чебоксары, Новочебоксарск, даже Москва, Канаш, Вурнары и еще другие города, представители городов и районов сегодня приняли участие в наших сегодняшних соревнованиях. Но, конечно, соревнования есть соревнования, поэтому есть победители, поэтому кто сегодня не стоял на пьедестале почета, всем желаем, чтобы этого достигли в следующие разы. Будьте здоровы, с праздником вас! Итак, у нас впереди последний этап. Я вижу, и мамы, и папы стоят замечательно. Они также регистрируются, как и дети, также получают подарок журнал «Ягоза». И пока они регистрируются, я хочу пригласить на сцену свою коллегу, журналиста национального телевидения «Чуваши», и одновременно замечательную певицу Юлю Важенину. Они так готовы, что я сам боюсь. Я тоже боюсь, пожалуй, надо подальше отойти. На старт! Внимание! Раз, два, три! Есть кто живой? Портфель победителя! Дальше всех кинул портфель вот этот человек. Как зовут и как вы узнали о чемпионате, пожалуйста? Меня зовут Андрей, у меня участвовал сынишка, кто занял первый класс. Сын занял второе место, а вы заняли первое место. Чем мы вас поздравляем, поднимайтесь на пьедестал. Второе место тоже папа победительницы уже нашей. Как вас зовут, представьтесь? Анар. Как узнали о чемпионате? Дочка, наверное, сказала. Дочка сказала. Ходите в тренажерный зал? Ходим. Отлично, результаты мы видим. Пожалуйста. Пусть такие же улыбки будут весь год до следующего Дня защиты детей. Еще раз с праздниками, друзья! Мы рады были вас видеть. Национальное телевидение «Чуваши», детская студия «Кучмала» и администрация города Чебоксары. С вами до новых встреч. Пока!